Приветствую всех на канале Ирины Кокин. Сегодня у меня для вас рецепт чудесного картофельного кулича. Значит, день первый. Сразу напугаю. Мне нужно будет 90 граммов картофельного пюре и столько же отвара. Варю до готовности, соль не добавляю. 80 граммов варить, конечно, деньги на ветер, поэтому я взяла чуть больше, потом отвешу. Следующая заготовка. 170 граммов молока комнатной температуры и 3 грамма свежих дрожжей. Видите, сколько это на чайной ложке? 230 граммов муки, высший сорт. Муку нужно использовать сильную, выше 11%. Либо всю в рецепте, либо к слабой муке добавлять половину манитобы. Все смешиваю так, чтобы вся мука была смочена молоком. И здесь у вас есть выбор. Можно дать этой опаре часов 8 для брожения, но я пытаюсь оптимизировать время, поэтому 2 часа она простоит при комнатной температуре. И после этого я уберу ее в холодильник, где она у меня проведет часов 18-20 до следующего дня. Тем временем у меня сварилась картошка. Я сливаю отвар. Саму картошку в горячем виде превращаю в пюре. Не забудьте пошутить по поводу моей толкушки, хотя я сама знаю, что она старше меня. Отвешу картофель и добавлю отвар. Дополнительно пройдусь блендером, чтобы у меня не было кусочков пюре. Можно процедить, только учитывайте вес. Вернее, не вес, а его потери. Сюда же я добавлю 20 граммов муки. Мука идет от общего количества. Все хорошо размешаю. Это заварка. То есть муку надо размешивать в горячем картофельном пюре, чтобы заварился содержащийся в ней крахмал. Размешайте хорошо. Если еще не убрали блендер, можете себе помочь. Заварка также будет жить в холодильнике до завтрашнего дня. Едем дальше. К 30 граммам меда я добавляю цедру лимона и лайма. И если есть, апельсина. Но апельсина у меня как-то не нашлось, поэтому вместо него я добавлю чайную ложку апельсиновой пасты. Также чайную ложку ванильного экстракта и можно немного кардамона. Четверть чайной ложки. Слышали такую теорию, в какую сторону нужно мешать сахар в чае? То люди, живущие в одном полушарии, должны мешать в одну сторону, а люди, живущие в другом, в другую. Я даже не знаю, что сказать по поводу этой теории. Вот я бы хотела вас послушать. Что вы думаете, мои дорогие подписчики? Эту заготовку можно оставить при комнатной температуре, а можно тоже в холодильник. Последняя заготовка на сегодня, обещаю. Изюм темный, изюм светлый, вяленая клюква. Все по 40 граммов. Ну и алкоголь, ром или коньяк. Количество зависит от вашей щедрости. Чуть не сказала скупости. От 50 до 100 граммов. Все равно он потом сливается. Если не хотите использовать алкоголь, залейте водой или каким-либо соком, например, апельсиновым. Пусть стоят до завтра. Когда вспомните, встряхните. Наступил следующий день, и давайте продолжим волшебство. Выкладываю в дежу опару. Сюда же заварку. Можно сразу сгрузить все продукты, но я все-таки перемешаю предварительно. Можно, кстати, опару порвать на кусочки. Когда все плюс-минус смешалось, добавляю остальные ингредиенты. Яйцо и один желток. Яйца первой категории. Да что ж такое, это халаза, она мне прям настроение портит в последнее время. 80 граммов сахар. Ароматный мед, 250 граммов сильной муки. Все смешиваю до полного объединения ингредиентов. Когда все продукты смешались, оставляю тесто минут на 40 при комнатной температуре или ставлю на час в холодильник для аутолиза. Для того, чтобы не запутаться, сделайте инспекцию оставшихся продуктов. Сухофрукты, которые нужно откинуть на сито. 12 грамм прессованных дрожжей, 4 грамма мелкой соли и 120 граммов сливочного масла, нарезанного мелким кубиком. Масло у меня стоит в холодильнике, я его достану, когда начну замешивать тесто. Ну что, тесто я достала. Но вот смотрите, обычный аутолиз творит чудеса. Уже оно тянется, то есть уже в нем развился какой-то каркас. А я еще и не старалась. Итак, замешиваю, добавляя соль до гладкого состояния. Когда вмешалась соль, добавляю дрожжи, просто раскрошу их. Не волнуйтесь, все размешается. При замесе с помощью планетарного миксера периодически снимаете тесто
с крюка и со стенок дежи. И на данном этапе нужно вымесить тесто до такого хорошего развития глютена перед добавлением масла. При машинном замесе очень важно тесто не перегреть. Оно не должно превышать температуру 24 градуса. Поэтому я и рекомендую проводить аутолиз в холодильнике. Это даст вам свободу. Когда вы видите, что тесто стало гладким, однородным и уже так собирается комом вокруг крюка, вот видите, вот оно уже даже не рвется, можно вводить масло. Масла не так уж много, так что я введу все за один прием. Температура масла не должна быть выше 15 градусов, поэтому очень заранее из холодильника его не доставайте. Начали замешивать, достали. Видите, как оно хорошо собралось и отходит от стенок. Все, замес можно прекращать, он и так был довольно долгим. Я думаю, что минут 25 с маслом. И теперь можно добавить сухофрукты. И на этом точно все. Ну, в смысле, с приготовлением теста все. Не поймите, превратно. Перемещаю тесто в смазанную маслом миску. Смотрите, какое нежное, красивое. Расстойка 2-2,5 часа. 1-2 раза нужно обмять или сложить. Расставить лучше при 26 градусах. Можно в духовку поставить мисочку с теплой водой, не с горячей. Прошел час 10, тесто хорошо подошло, и я соберу его к центру. И оставлю еще на 40-50 минут. Форма в этом году у меня вот такая низкая, есть еще маленькие. Есть вот такая здоровая, но я не хочу в ней делать целое, я сделаю его как брешь в виде таких булочек. Ну вот тесто через 50 минут, видите. Стол можно смазывать маслом, можно подпылять мукой. Кому как удобнее. Ну посмотрите, какая красота. Так, вес теста у меня 260 граммов. Взвешиваю за кадром. Стандартную форму идет примерно 0,5 килограмма теста. Не буду вас утомлять. Разделила. Так, теперь формую, начиная с большого. Но он у меня не очень большой. И теперь малыши. Тесто очень интересное. Даже не знаю, как его охарактеризовать. Пока укладываю на стол. Ну и таким образом все остальные. В общем, получается так. Большой 350, а маленькие по 80 и по 100. Пусть 10 минут полежат. Продолжаю. Еще раз подкатаю большой. Задача натянуть поверхность, чтобы была красивая шапочка. Очень много муки не насыпайте, иначе он будет скользить. Все пыталась подобрать эпитет для этого теста. Текучее, тянучее, пластичное. Но поняла, что лучше всего подойдет живое. Вот так. В такой широкой форме я еще не пекла. Ну, посмотрим. Ну и малыши также. Вломилась Катя, конечно. Ну, кто бы сомневался. Какой кошмар. Свои куличи, поэтому мне придется питаться лапшой быстрого приготовления. Жалуется. Жалуюсь. Ты думаешь, что тебя пожалеют? Вот вы думаете, мы тут тортики едим, жизнью наслаждаемся, а нет. Вот тут это. Куда ты волосы свои убери? Хорошо, что я все булочки подкатала. Не слушайте ее. Так, растаиваем 1-1.5 часа. От чего зависит? Не знаю. Прошел 1:10. Но малышам, я считаю, достаточно. Сейчас я их буду отпекать. Духовка к этому моменту должна быть разогрета. 180 вверх-вниз. Этому или этим тоже достаточно. А это мой большой. Но вот ему я дам еще на расстойку немного времени. Как раз пока отпекается первая партия. Малыши готовы. Им хватило 20 минут. Я готовила по температуре 96 внутри. Но можно, конечно, и на сухую шпажку проверять. Из отдельных булочек еще стоит. Ну и вот этот почти расстоялся как раз. Скоро поедет. Следующий 28 минут. Ну, в общем, эти булочки можно было делать, конечно, поменьше. И последнее я поставила в духовку, снизив температуру до 175 вверх-вниз.
Я хочу попробовать маленький. Он, конечно, еще даже теплый. Я понимаю, что это совершенно непрофессионально, но я больше не могу. Это такой аромат, и мне очень интересно. И, кстати, видите, для этого теста вот эти формы, ну, они тонковаты. Они не держат красивую форму. Пришла Катя. Так уж и быть, я попробую. Она тоже. Мы с тобой совершенно непрофессионально действуем. Давайте. Ну, подожди. Смотри, какой он. Подожди, убери свои руки, они в кадре. Боже мой. Он красивый. Он теплый, его вообще-то есть еще нельзя. Да-да. Но мы попробуем. Вкусно. Еще бы сюда чай с жасмином. Как ты оценишь это тесто? Как всю твою еду. Шедеврально. Ну оно прям такое. Оно очень нежное. Слушайте, оно очень интересное. Прям нежное-нежное. Видите, как мы с Катей уничтожаем. Ладно, эту шапочку я мужу оставлю. Ты мне еще все-таки. Один дашь к чайку? Сегодня нет. А вот и гвоздь программы. 30 минут. Выглядит довольно симпатично. И теперь им всем нужно дать полностью остыть. Особенно большим. Не менее 3 часов. Только после этого можно украшать и что-то с ними делать. Покрываю кулич желатиновой глазурью. Я не люблю такие зубодробильные украшения, поэтому посыпаю просто сублимированной клюквой. Кстати, я писала в сообществе, может быть, кто-то не читал. Мы обновили сборник «Пасхальные рецепты». В него добавлены 2 рецепта кулича и рецепт пасхального паштета в тесте. Те, кто приобретал этот сборник, напишите мне. Я дам купон, и вы сможете за 100 рублей скачать обновленную версию. Кто не приобретал, могут сделать это на сайте. Ссылку я оставлю в описании. Ну, а кто хочет получить сборник совершенно бесплатно, участвуйте в викторине. И в итоге вот такой нарядный, очень нежный и вкусный картофельный кулич у меня получился. И обязательно получится у вас. Непременно приготовьте. А я желаю вам приятного аппетита. Ну что, посмотрим? Вот такой мелкопуристый мякиш. Очень красивый. Мы с Катей для вас уже попробовали. Ну, я с удовольствием попробую еще раз. Смотрите, какой интересный. Очень необычная, очень нежная текстура. Очень. Очень вкусно. Пока!